Всем привет, с вами Бартоломео, и сегодня... Будем дюпать. Что мы будем дюпать? Будем дюпать из железа. Зачем тебе корова? Не знаю, будем её доить. Всё, выкинь её обратно в ту дырку. У-ху. Всё, она нам не нужна. Так, что мы будем дюпать? Мы будем дюпать железо. Какой нам мод нужен? Нам нужен мод агрокультура. Агрикультура или агрокультура, в общем, не важно. Дюп? Ну, хватит баловаться. Так, дюб у нас в чем заключается? Мы берем любой из этих предметов, они все дюбают, все плохие, разработчик краб, вообще тра-та-та-та-та. Мы будем дюбать вот с этим предметом. Наверх, по-моему, да. Так, нажимаем на него крышку наверх. Видим такой вот инвентарь. Загружай железо. Загружаю. Давай. Я не вижу железа. Вот, положил. Ну вот. Наверх. Я вижу. Так, в общем, положили сюда железо, забираем циферками, то есть наводим на железо, нажимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эй, ты куда? 6, 7, ты куда? Шучу. Шучу, ломай. Отойди, братан. Подожди, отойду. Да, отойди. Подожди, я забыл. Стой, не тот. Вот, ломай. Все, ты его сломал, правильно? Я забираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Забрали 9 кусочков железа. Что нам нужно теперь? Заходим. В инвентарь, нажимаем на единичку вот так, перекладываем железка. И рукой открываем верстак. Открыли верстак и точно так же загружаем. То есть нажимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И забираем блок. Нужен блок? Можно. А нужна корова, которая летает? Нет, не нужна корова, мне нужен блок. Сломай блок, я не могу его. Отдай мне блок. Я типа не видел, что ты его в ГМ-ке достал. Ну и также можно его раскрафтить, положить сюда, раскрафтить, забрать железком. Что еще можно делать? Ну, точно так же, давай с другим попробуем. Вот. Можно также делать с солярными панелями. Например, вы хотите скачать ультиматку. У вас есть все ингредиенты для ультиматки. Вы можете их по сути сюда положить и так делать бесконечную ультиматку. Ну, это нужно найти сервер, где стоит и агрокультура сразу, и вот этот вот. Кстати, у тебя нет скина. Куда ты про свой скин? Вот мой скин. Ладно, давай вот верхнюю зайду. Сейчас, подожди. Мне нужно, ну, например, сейчас с рамкой, давай покажем. Стой, мне так же работает. Так, я в самую верхнюю залез. Нет, не залез еще. Вот, залез, положил один кусочек, ломай. Ну, я ее забрал, но ничего страшного, вот, я на два забрал. Так, теперь рамку поставил. Вот рамка, кладем сюда это железка. Давай еще одну рамку на всякий случай. Сюда поставь рядом. Вот, отлично. Кладем железка, ломаем эту. Все, железо у нас уже теперь не визуальное, а уже можно что угодно делать. А также можно делать печки. То есть, если хотите, можете также переплавлять в печки. Например, железную руду или же что-то можно другое переплавлять в печки. Например, ну здесь есть другие, например, еда. В этом моде есть. Это мод, который будет дофига IP. Другие еда? В этом моде. Другие еда. Да, тут есть другие еда. Ее можно также переплавлять, и также можно делать еду, которую вы переплавляете. От меня какие-то шарики. Я вот покушал яблоком, я теперь все, я бафнутый. А, это ты наркоман. А меня можешь так катать? Это наркоман. Конечно же. Из ГМ-ки выйди только. Если не в ГМ-ке. Я не в ГМ-ке. А, это надо игра в зиганту, да. Ну ладно. Ага, конечно, я слишком тяжелый для тебя. Да я тебя тоже ударить не могу. В общем, что могу сказать? Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, будем снимать еще дюбы, баги и тому подобные интересные вещи. Всем пока. Пока-пока.